В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Дорожная хроника. Количество ДТП с участием пешеходов возросло в Армавире. Ливень и засуха. Каким будет нынешнее лето в Армавире, рассказали краевые синоптики. Об этом в выпуске «Твоих новостей». Что значит быть солдатом? Новокубанские школьники отбыли на военно-полевые сборы. Роман Габарец продолжит тему. Итоги сладкой акции от Амедиагрупп подвели в Армавире. С подробностями Ирина Чупина. В городском дворце культуры в минувшую субботу прошел расширенный прием граждан по личным вопросам. Глава Армавира Андрей Харченко вместе со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации решали проблемы жителей. Среди них – предоставление земельного участка многодетной семье, благоустройство территории, вопросы, связанные с коммунальными платежами. Рассмотрели ряд других проблем. Всего на прием записались около 30 человек. Чтобы помочь обратившимся, каждый вопрос рассматривали детально и обсуждали коллегиально. Как сообщили в пресс-службе администрации города, контролировать выполнение поручений помогут регистрационные карточки, в которых указаны срок исполнения и ответственный за них чиновник. 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в Армавире с начала текущего года. Сотрудники госавтоинспекции сообщают, что с наступлением теплой погоды опасность возникновения таких неблагоприятных ситуаций увеличивается. В связи с этим регулярно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений как водителями, так и пешеходами. Ирина Чупина с подробностями. С начала года в Армавире было проведено 8 профилактических мероприятий, где сотрудники ДПС проконтролировали соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. За истекший период года к административной ответственности уже привлечены 757 пешеходов и 705 водителей транспортных средств. Вопрос о профилактике ДТП с участием пешеходов остается открытым, так как отсутствие взаимовежливости и дисциплинированности участников дорожного движения отрицательно отражается на состоянии аварийности в нашем городе в целом. Отмечу, что в текущем году в 25 ДТП 24 человека пострадали и один погиб. 7 дорожно-транспортных происшествий произошло с детьми-пешеходами, в которых они получили травмы. 2 июня около 7 утра по улице Луначарского произошла авария. Пострадал пешеход. Водитель автомобиля «Лада 111-940» не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на пешехода. Пешеход 1933 года рождения. После ДТП была госпитализирована в городскую больницу города Армавира с диагнозом перелом костей таза. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с ПДД пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. От дождей к засухе нынешний год будет самым жарким за последние 150, а то и 180 лет, гласит официальный источник. Уже в конце июня в Армавир вернутся привычные 30-градусные температуры. В июле и августе возможна засуха, как и по всей территории Кубани. А вот в ближайшую неделю синоптики не исключают в нашем городе повторения дождей, но уже не таких обильных. В краевом управлении МЧС просят граждан отложить поездки на Черноморское побережье, где в ближайшее время сохраняется опасность подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а также сход селей. Наденут военную форму, возьмут в руки оружие и познакомятся с армейской жизнью. Боевое крещение предстоит пройти школьникам Новокубанского района. Роман Габарец наблюдал за тем, как десятиклассников отправляют на учебные сборы. На площади искусств состоялось торжественное построение. Новокубанских юношей провожали на учебные сборы. 5 дней десятиклассники будут знакомиться с настоящей армейской жизнью. С напутственным словом к ребятам обратились официальные лица муниципального образования. Я уверен, что на эти сборы отобрали самых лучших, самых достойных ребят, которые успешно закончили учебный год. И я уверен, что и успехи в службе, которая вам сейчас предстоит на сборах, будут достойными. Вы в течение этих учебных сборов познакомитесь с основами несения и караульной, и гарнизонной службы, с уставами воинскими,
возьмете в руки настоящее боевое оружие. Вы пройдете первые учебные стрельбы. Вы, многие из вас, почувствуете, что, возможно, воинская служба – это ваше призвание и будущая профессия. Школьникам рассказали о необходимых мерах безопасности, ведь им предстоят стрельбы из настоящего боевого оружия. Иерей храма Иоанна Богослова, отец Иоанн, дал юношам благословение. Желаю вам успешных итогов этих сборов. Дай Бог, чтобы не было никаких неприятных ситуаций. Также проявляйте друг другу милость, прежде всего, потому что православный, вообще русский воин, воин, который воюет на территории России, это всегда милосердный воин. С каждым годом события, венчающие начальную военную подготовку в школе, становятся все торжественнее. Без сомнения, такие сборы – мечта любого мальчишки. Вот и для Кирилла Небесного это важный этап в жизни. Я считаю, что каждый парень должен пройти военную службу и стать настоящим мужчиной. Армия объединяет, а военный сбор – это для нас первая ступень, которая объяснит, что такое единство, объяснит, что такое военная служба, покажет нам азы. По завершению напутственной линейки ребята прошли парадным маршем мимо рядов провожающих родителей, одноклассников и друзей. После этого погрузились в автобусы и отправились на долгожданные сборы, где им поистине предстоит проникнуться духом мужества и храбрости. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира». Сладкая акция. Вспомнить детство и получить целый килограмм мороженого могли слушатели радиостанции холдинга «Медиагрупп» с 30 мая по 3 июня. Лакомство от «Кубарус молоко» получали дозвонившиеся в прямой эфир нашего радио «Хит-ФМ» и радио «Шансон». О том, как это было, расскажет Ирина Чупина. Дозваниваться в прямой эфир любимых радиостанций было еще приятнее с 30 мая по 3 июня. Именно в это время диджеи дневного эфира разыгрывали сладкие призы от «Кубарус молоко». Чтобы получить целый килограмм мороженого, слушатели должны были ответить на вопросы из истории завода, вспомнить название одного из брендов, а еще рассказать историю, связанную с этим лакомством. За 5 дней акции было разыграно более 120 килограммов пломбира. Отмечу, что история завода «Кубарус молоко» насчитывает почти 90 лет производства молочной продукции. Здесь делают мороженое, которое славится своим качеством и вкусом по всей России. Ассортиментная линейка очень широкая, порядка 100 наименований. Если отметить по поводу новинок, можем сказать, что арбузная долька – это новинка, это специальное мороженое, которое было разработано и поставлено нам наряду с этой итальянской линией. Мы работаем на линии уже 8 лет, успешно, практически без поломок, и выпускаем ежегодно новые виды мороженого. Мороженое «Кубарус молоко» готовится со строгим соблюдением ГОСТа, без добавления белка, сои и искусственных красителей. Им можно смело угощать своих детей. Сливочное, пломбир, эскимо с шоколадной крошкой, семейное весовое. В разнообразной линейке каждый найдет свое лакомство, которое охладит в летний зной и поднимет настроение в пасмурный день. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Кто чем живет, можно посмотреть на выставке в доме Савы Дангулова. Армавирские мастера декоративно-прикладного творчества представили свои лучшие работы. Все от кукол и картин из настоящих цветов до кованых фигур. Одно из первых творений рук человеческих оценила Юлия Чернышова. Днем электрик, вечером скульптор по дереву Юрий Чепуренко воплощает сказку в жизнь. Так же, как и его коллеги по творчеству. Геннадий Махиня, к примеру, выбрал модное направление стимпанк. Необычно смотрится его сейф-копилка с секретным механизмом. А вот подделки из разных видов металла и дерева Андрея Яворского не только привлекательны, но и функциональны. Например, танки – это керосиновые лампы, винтовка – шариковая ручка. Русские красавицы и сказочные персонажи из бисера. Элегантные куклы Тильды от Марины Семиониди. Здесь даже таракана, пусть и вязаного, не хочется выпускать из рук. Своей жизнью он благодарен мастерице Римме Ярыгиной. Десяток мастеров представили свои шедевры декоративно-прикладного творчества на суд зрителей в доме Савы Дангулова. Посмотреть на них пришли уже сотни армавирских школьников, которые обещали привести на выставку и родителей. Эти выставки носят огромный познавательный характер, потому что изделия, представленные на наших выставках, выполнены руками самых различных авторов, и в каждом этом изделии отражена частица души мастера.
эти выставки интересны подрастающему поколению. Период лета, период детских летних лагерей и площадок. Поэтому основные посетители наших выставок – это дети. Кстати, вход на выставку свободный. Созерцать творение и полет фантазии армавирских мастеров можно будет вплоть до сентября. Наслаждайтесь и вдохновляйтесь увиденным. Юлия Чернышова, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышова. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», Тургенева 140, торговый центр «Оскар».